Дети читают стихи. Ерошкова Амина, 8 лет, город Петрозаводск. Автор Агния Барто. Стихотворение без названия. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка.